Сама форма ее, сама диаметра. Типа мертвой зоны, не знаю. У меня они вообще отсутствуют, по-моему. Так бы сказал. Давай. Бля, передний тормоз стоит у меня вообще неприятно. Стоит, приятно работает. Слушай, вообще прикольно, да? Гля, какой. Поехали. Я на контактах, мне как бы не страшно. Просто покататься выехали ради интереса. Короче, будний день, да? Да. Делать-то нечего абсолютно. Ну, как бы решили его. Кстати, я в контактах, да. Да. Нормально, да? Вот, ребята, вода обычно вот там у нас была. Ну, вот там. Видно уровень. А сейчас она... Слушай, по идее, у меня уж по голову она. Вода. Ребят, смотрите, кость. Вот еще две. Лоу, где? А вот еще две. А это что такое, ребят? Это, короче, походу... Это берцовый или... Это... Какая? Ребят, смотрите, кости, лол. Знаете, откуда эти кости могли взяться? По сути своей. Сейчас мы стоим на берегу, как бы Волги, да? Но на самом деле ни хрена. Когда-то давно, когда еще Толети не было, был Ставрополь, который на Волге, он был там внизу. И когда построили дамбу, вот, которая там ГЭС стоит, этот город, часть принесли, часть, ну, там осталось, это понятно, да? А тут где-то по-любому стояло кладбище. И говорят, что где-то здесь, ну, в этом районе, понятно, да, где-то было кладбище, причем нехилое. Потому что Ставрополь все-таки не маленький был, не какой-то там маленькая деревушка, да? И вот, собственно, такие дела. Вот, ну, примерно здесь, напротив памятника, памятник у нас сзади, Ставрополь и был. Волга обмелела и обнажила страницы истории. На берегу Куйбышевского водохранилища тольяттинцы находят обломки лопат, гвоздей, дверных петлей и другие предметы быта, которые принадлежали ставропольчанам. Внезапно тольяттинцы стали археологами. В социальных сетях горожан то и дело появляются фотографии ржавых цепей, гвоздей и даже человеческих костей. Все твердят одно – Ставрополь вышел из воды. Но так ли это? А Самарская Атлантида или город, которого больше нет, так называют Ставрополь люди. Город с многовековой историей ушел под воду при сооружении Жигулевской ГЭС. Свою историю населенный пункт начинает в 1737 году. Плодородные почвы, леса, река, полная стерляди и живописные виды. Государственные деятель Василий Татищев выбрал идеальное место для создания города-крепости. Но
Новая страница в истории города началась со строительством гидроэлектростанции имени Ленина. Тихий Ставрополь стал штабом гигантской стройки, а уже в 1953-1956 году населенный пункт был перенесен в связи с созданием Куйбышевского водохранилища. От старого города осталась только земская больница в портпоселке. Вот это вот кирпич 100% идет ставропольский. Наверняка он в складке с могильной. Там использовался. Может, просто бросали. Эти вещи, конечно, исторической ценности не представляют. Это, как мы говорим, фрагмент истории, который можно прикоснуться сегодня. Просто потрогать в руках, вспомнить свою историю, получить повод, пойти открыть книги, интернет. Вода уже начала прибывать, поэтому в ближайшее время фрагменты нашей истории снова скроются под толщей воды. Если этой весной вы нашли какой-то интересный предмет, то не прячьте его у себя. Обратитесь в музей. Вдруг ваша находка представляет ценность для историков нашего края. Юлия Владимирская, Владислав Перовский. Новости Тольятти. Вот такие дела, ребят. Ну, на самом деле, это не одно такое место, где кости вымывают. У нас много рек. Та же самая Уса или Сок, которая слева или справа находится. Там тоже гробы вымывают и черепа находят. Это, короче, обычное дело. Потому что города, ребята, не вечны, и когда-то они там забрасываются, особенно деревни, а остаются-то кладбище. Ёшь-то. Короче, возможно, что где-то здесь прям еще, может быть, скелетов 10-то и лежит. Просто их не вымыло, блин. Дно песчаное, хорошее, с костями. Это, наверное, деревяшка. Да не. Смотрите, ребята, футбайк в естественной среде обитания. А ну-ка покажи. Покажи. Ну как бы он ощущает себя в данный момент королем дороги, да? Я правильно понял? Правильно высказался? Ну правильно, да? Вот. Так что, ну, у кого вот такие дороги, как бы вода, песок, Волга. Без проблем, ребят. Поглубже можете заехать? Да. Ну давайте, не опасайтесь. Ага, ага. Я понял. Спасибо. Что за фигня? Это настоящее. Бля, ребят, опять. Раз. Ну, кстати, смотрите. Типа, не маленький. О, а это типа она к бедру была. Это нога. Это вот бедро тут было, а тут колено. Да. Давай ногу поставлю. Вот еще кости. Слушай, вот смотри, куча целая. Смотри, здесь валяется. Вон одна. Лоу. Главное, знаешь, каждый раз я не напоминаю, что это человеческое. Слушай, ну реально недалеко от берега. Вот сверху. Здесь и было, его просто вымывают. Сверху люди ходят, как бы, гуляют. А здесь вот такая шняга творится. Опять же, блин. Вот смотри, кусок. Блин, ну как бы... Знаешь, что-то я... Вообще трубчатая какая-то. Видел? Мне не нужен? Опять. Опять осколок. Блин, ощущаемся какими-то археологами. Вон еще. И, кстати, линия вот эта вот, где их промыло, прослеживается прям, ну, запросто. Тут основной, так сказать, мусор лежит. Вот, смотрите. Просто тупо идешь, никому не мешаешь. Костяшка. Вот. Вот еще одна перед тобой, Сань. Слушай, а вот это, походу, ключица. Я, конечно, не шарю, но да. Такая тонкая. Либо... О, смотри. Опять. Конечно, будет файно, что это просто миф. На самом деле, это просто в 90-е было неплохо топили. Да, ребят, никто не знает, откуда эти кости. Может, это должники. В 90-е это было очень прикольно. И вполне вероятно, что это должники. О, смотри, там еще он охромная прям. Блин, ну понятно, да, что с этой стороны бедро было, а тут колено. Да, вот эта часть. Mm-hmm. Оно какое-то маленькое тебе, не кажется? Нет, нормально. Да, кажется.
Мне как хорошо, что солнца нет, да? Да. Прям прекрасно. Просто лежит. Это, конечно, постарее, наверное. Это? Ну, у местных людей есть вот такая развлекуха. Идешь по весне, когда вода убывает, искать кости. Идешь такой, идешь. Ну и просто как бы, ну тебе пофигу, ищешь. Археологию учишь, анатомию, все дела, да? Ага. Не каждый день такое увидишь, да? До этого я такого здесь сам, самолично не видел. Не, но, конечно, впервые, слышал. Я впервые типа кости вот вижу, кость, смотри. Чтоб прям так. Нет, это кость. Вот, вот, смотри. Ой, а что-то холодно. Да. Блин, вот по идее, тут людей можно, наверное, штук 10 точно встретили, да? Конечно. Ну, опять же, повторюсь, нашли мы тут около 10 человек уже. Потому что я не думаю, что это кости все одного человека, иначе тут многоножка получилась бы. И где-то их гробы лежат, по-любому. А может, смотри, они где-то да, там лежат. Я не думаю, что они здесь лежат. Скорее всего, под водой, и просто их вымыло и принесло на берег, потому что прибивает все к берегу. Когда затапливали, собственно, Ставрополь, всплывали гробы, их и вот тут ловили. Огромным потоком воды вымывало. Потому что реально, да, вода тут нехилая была. Представляете, да? Если по старым картам посмотреть, я вам еще, кстати, прикреплю. В этой части Волга вообще узкая была. И там есть место, они как-то называются ворота какие-то, не помню. Там вот вообще было очень узко. И вот такие дела. Смотрите, что еще нашли. Похоже на череп. Там значит, там был мозг. Голову найти можно все-таки. Да. Ребят, к нам, кстати, дождь пошел. Вот. Еще, ребятки, есть такая история, что когда вот прям сильно вода отходила, даже сильнее, чем сейчас, то виднелись там крыши всяческие, кресты от соборов, оставшихся там. Ты что, я откопал? Могильная плита. Опять бедро. Кстати, почему бедренные кости вот в основном лежат? Можете рассказать? Может, они плотные какие-то, типа менее плотные? Может, они плавают лучше? И вот говорят, что где-то здесь можно видеть типа кресты, торчащие из-под воды, деревья всякие оставшиеся. Ну, конечно, этого сейчас ничего нет, но версия интересная. Ну, что, чувствуешь историю, как да. бы? Что ты тут не один, до тебя кто-то был, да? Кто-то... Что, калмыки тут приходили как бы до этого, да? Порядка. Что, голод тут был? Назад. Сань, голод был? Голод был, каннибалы голод были. Голод был, да, каннибалы были. Люди ели друг друга или умирали от голода просто так. Засуха, там все дела. И, кстати, это не шутки. Да, это все было. Угу. Ну вот опять же, вы никому не мешаете. А. Идете. Раз, два. Смотри, полы. Я не знаю, что это правда. Это похоже на это. Это, кстати, он треснул. Вот это большая. Посередине. Вот это, кстати, реально огромное. Наверное, мужика какого-нибудь. Смотрите. Прям здоровая такая. Интересно, марка какого он года, блин? Да нет, там ни хрена не видно. Алло, блин, такой выкопать надо, конечно, блин, постараться. Трубки, да? Да. У кого такой был в детстве? У меня такого не было. Я еще тогда в жизни не был. Слушай, ну это, конечно, да, это интересно. Это, конечно, вообще жесть. Руки ржавые. Слушай, ну спицы видно, что они такие черные? Спицы видно, да. Но это, наверное, они просто поржавели, они черные стали. Скорее всего. Даже одна грипса станет. Снимай. Ставь себе. Я подумал, что это изолента, блин. Смотрите, ребят, это кона нашего года. Ну, это вот это 13-го, а вот это вот, наверное, я даже не знаю, 80-го, наверное, какого-нибудь. 80-й, чувак, 43-й. Да в 43-м таких даже не было. В 43-м все ездили на каменных колесах квадратных. Вот. Парни с металлоискателями нашли велосипед. Да. Вот, цвет, кстати, сохранился, красивенький. Симпатичный. Синяя рама. Все, Лёх, нашел?
Тут было какое-то хитрое седло, даже болт видно. Трубки. Слышь? А? Куски. Куски, да. Это седло, скорее всего. Блин, если... Кстати, тут видно дропаут, ты прикинь? Колесо съемное было. Конечно. Ха. Блин, я хочу седуху найти. Себе поставить? Да. В общем, такие интересные дела у нас на берегу Волги. Не ожидал, что будет так интересно. Норку? Трэш-холл? Да. Крутой, да? Мне понравился. Ну, ребят, я хочу норку трэш-холл. Нет, не я. Я хочу норку трэш-холл. Ну, как бы, меня сейчас все устраивает тоже, но... Признаваться иногда надо, вот, признаться надо. Как-то. Все, дождик приближается, череп мы так не нашли, гроб не нашли, Ставрополь мы не нашли, и, наверное, стоит удалиться отсюда, чтобы не злить духов, да? Да. Духов злить не надо. Ребят, смотрите, вот люди нескиллованные туда забираются, короче, неся велосипед в руках, а я сейчас туда заеду. Ставлю, что здесь видно. Поехали. Я же сейчас скажу. Но у меня сейчас минут 470. 470? Ты же хотел это поменять. А, сейчас поменяю. Сколько у тебя? 166. О,